Снова мы на выставке Imagine Italia. Сейчас мы на стенде компании Emozioni и Emozioni, я точно не знаю. Сейчас мы у Инны спросим, как правильно называется марка? Emozioni. Emozioni. Это что значит? Эмоции. Эмоции. Я сразу скажу, да. Инна представляет эту марку, это супруга господина Кастанья, да, который представляет ее. Ну, скажу сразу, самый дорогой стенд на этой выставке, самый дорогой стенд. Натуральный шелк. Инна, рассказывайте. Натуральный шелк. Работа, вот. Ручная работа. Не знаю, кружева, видно или не видно кружева нашим зрителям. Французские кружева, дальше шелк. Итальянский шелк. Кружев много. Очень много. Кружева. Качество, отличное качество ручной работы. Обработка швов, все великолепно. Экстра. Но сразу скажу, класс. Инна. Да. Стоимость начинается от 300 евро. Да. Чтобы люди сразу понимали уровень. Различные цвета, качество гипюра прекрасно, швейцарские кружева. Все струится, облегает, приятно тело. Отличный крой. Лучше, конечно, видеть одет на фигуре, на манекенщице. И со своим вот, все прозрачное, пенюары, видите, смотрите. Прозрачные. Ну, конечно, да, кружева. На теле это будет смотреться совсем по-другому. Различные цвета. Нежные, все нежные, мягкие. Гамма пастельная. Все струится, все блестит. С вставками гофре, плиссе. Угу. Они упакованы в коробки? Упаковочные, да. Коробки красивые, да? Да, упаковочные, картонные. Шикарные коробки. Вы новые цвета, не показываете. Цвет лосося. Лосось. Кремовые, пепел розы, все лиловые. В все, да? Все последняя тенденция цвета. Ну вот, опять же, повторим. Белое. Да. От 300 до 700 евро, как я знаю, стоит это в закупку. Только для бутиков, где клиенты весьма состоятельны и хотят эксклюзивную продукцию, которой нет ни у кого. Вот. И с этой стороны я вижу домашнюю одежду, но здесь мы просмотрели формат. Цены более демократичные. Да. 3 минуты мы должны уложиться. Да. Вот. Но здесь новые состав. Классические модели. Здесь входит состав кашемир. Кашемир. Шерсть и кашемир. Шерсть, кашемир, а вот это вот, это же непонятно. Это мандал. Очень, мандал, мандал, да, очень нежный. Это очень нежный, струящийся материал. Не жаркое лето. А здесь вот уровень цен какой? Зимой. Пониже здесь все-таки? Средний уровень цен. Вот. Комплект пижамы, допустим, стоит 50 евро. 48. Новинки. В среднем 50 евро. Да. Например, хлопок. Но обработка швов шелком, натуральный шелк. Угу. Скромный, со вкусом, элегантно. Есть и просто чистый хлопок. Это хлопок такой? Гипоаллергенный чистый хлопок, да, с ручной рубчик, хлопок. Работой. И вот, например, такое платьице сколько стоит? Уровень? Приблизительно. И прицо. Средняя цена этой модели 46. 96, 92, евро. Около 100 евро. Как? Около 8 46? Тысяч. Нет, это в рознице, сразу перевожу, сразу, в рознице, да, около 9 тысяч рублей. Да, но это компания Emozioni, да, эмоции, новые итальянская модели, фирма. Молодежные, на замке, домашние халаты для холодного времени года на замке. Клетка популярная. Клетка.